Суд Чавузького района вынес присуд 5 обвинувашенным по криминальной справе за наркотики. Одного подсудного выпустили в зале посяджений. Подробности у наступном материале. Обвинувачены 3 закладчики и 2 спожитцы синтетичных психотропных речевов. Зона их деятельности – Могилев, Могилевский район и Орша Витебской области. Амаль за месяц тройка молодых людей расклала 285 небеспечных скрутков. Указания яны отрымливали праз онлайн-переписку. У вынику разгляда справы суд Чаўскага района галоўнаму фігуранту вынес прысуд на пазбаўленне волі до 13 гадоў у калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і штраф у памеры 300 базавых велічынь. Двум другим обвиняемым, которые совместно с первым занимались незаконными действиями, связанными со сбытом психотропных веществ, судом назначено наказание в виде лишения свободы, соответственно, на 9 и 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом одному в размере 200 базовых величин, второму в размере 100 базовых величин. И обвиняемый, которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, признан также виновным и в тайном похищении имущества, краже мобильного телефона и аксессуаров к нему. Еще 2 громадянина, которые обвинувачивались у набытии, заховывании и перевозке психотропных речевов без меты сбыту, отримали больше мягкий присуд. Одному 2 года позбавления воли у колонии агульного режима. Другому обмежевали волю на 2 года и отпустили из-под арешта у зале посяджения. Присуд у законную силу не вступил и может быть обскарженным. Виталина Петрусевич, Леонид Сикорин, новини региона.